так сказать, виноватых именно в России. Как известно, дошли вот до удара беспилотников. Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, вынуждены были ответить мы все началом специальной военной операции, наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности, именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складом с боеприпасами, либо ГСМ используем для ведения боевых действий. Вот мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, которому был нанесен удар 2-3 дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь, попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. И просто несопоставима территория с самой авиабазы нашей на Хмеймиме и Москвы, огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать. Чтобы мы не говорили, всегда будут искать виноватых именно в России. Но это не так. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Ну, мы посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины, которые, ну, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. И просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции. Или использовать какие-то грязные устройства подобного рода, значит, связанные с атомной промышленностью. Мы уже об этом говорили неоднократно. Мы знаем, что у них на уме. Понятно, что, вот, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России. Но это не так. Не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году киевский режим развязал войну на Донбассе. Не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы. И лишнее подтверждение тому – это атака на мирные объекты в Москве.